Для учащихся 9 класса IT-лицея КФУ настал, наверное, самый грустный долгожданный праздник – выпускной. Конечно, многие остаются до 11 класса, но осознание того, что ты переходишь во взрослую жизнь, очень волнительно. Песня, которую исполнил ученик лицея Эмиль Шамсутдинов, в начале мероприятия полностью передала настроение выпускников. Директор IT-лицея Тимир Булат Самирханов поздравил учеников и их родителей с успешным окончанием учебы и пожелал им успехов в новых достижениях. За последнюю четверть, за последний месяц взгляды девятиклассников они стали совсем другими. Они действительно повзрослели, ответственность увеличилась, отношение к учебе к нам тоже очень серьезное. Спасибо вам большое. С этим праздником вас и родителей тоже больше с праздником. Это, наверное, для вас праздник. Поздравляю. Директор IT-лицея КФУ представил родителям информацию о сдаче ГИА в 2016 году. И нужно признать, что результаты более чем хорошие. Количество стобальников каждый год увеличивается. После оглашения итогов года выпускникам вручили аттестаты об основном общем образовании. Лицей готовит сильных учеников и вправе гордиться этим. Экзамен сдала хорошо. Перед этим очень боялась, очень нервничала, что сдам плохо, но меня лицей очень хорошо подготовил. Я очень рада этому, сдала все отлично. Да, поступать я пока что не определилась, но 2 года я потрачу с умом. Я буду участвовать, скорее всего, я буду участвовать во многих олимпиадах, буду устраивать проекты, много другое. То есть я хочу всецело отдаться им. Подготовка, учителя очень хорошие были, но также все-таки свое терпение и старание тоже должно быть. В 2 года я еще лучше хочу изучить химию, физику, чтобы потом поступить на технические специальности. Люблю программирование, я делаю некоторые проекты, и лицей мне помогает в этом. По ученикам IT-лицея КФУ видно, что они ценят и любят свой лицей. А лицей, в свою очередь, дает все, что нужно для успешного окончания среднего образования и поступления в высшие учебные заведения. Адиль Валеева, Роман Самарин, Универньюз.